Центральная котельная в городе Сарань заработала, но не на полную мощность. Как сообщил аким Карагандинской области Ермагамбет Буликпаев, на сегодняшний день работает 2 котла из 4. По остальным 2 еще ведутся пусконаладочные работы. Аким отметил, что котельная отапливается 113 жилых домов. Остальные дома пока подключены к старым локальным котельным. Буликпаев также прокомментировал строгий выговор, полученный от президента за ненадлежащую подготовку к отопительному сезону, и заверил, что предпринимаются дополнительные меры для скорейшего решения всех проблем. Ну, как руководитель региона, конечно, я несу тоже персональную ответственность за подготовку к отопительному сезону. И с учетом того наказания мы мобилизовались, и до этого эта работа шла. Мы еще дополнительно мобилизовались, и эту работу мы проводим. В каждодневном, ежедневном режиме у нас порядка 28 тысяч электрических сетей, более 2000 тепловых сетей. Конечно, могут быть какие-то вопросы, но в целом мы прилагаем все усилия, чтобы не допустить таких сбоев.